Вот, рек нажал. Да. То есть начнем столбик по сказке 7 семён. Один семён мог сковать столб от себя до неба сразу. То есть показываем пока это на борьбе. То, что у нас будет на борьбе, потому что удары. Потому что как мы сходим с бороться, да? Вот мы сейчас будем бороться, да? То же самое, если мы будем атаковать, сейчас вот так. В обратную сторону можно? Вот, пока показываем на борьбе столбы. Такие движения, значит, у нас движения. Раз. Следующее движение. Два. Вот столбы. Подъем. Вот столбы. От пяточки до макушки. От земли до неба. То есть это как назад, так и вперед можно будет. Раз. Вперед. И то же самое вперед. Давай назад. Я пошла, я пока не падаю, я столько выстрелил. Все. У него обувь, да? Относительно его вес. Другой столб. Значит, то же самое, у меня будет. Вот у меня столб. Теперь на себя. Подотайте себя. Я раз. Вот столб выстрелил. И вот туда и не. Серег, чуть подальше отойди. Вот тут подошли уже. Ага. Он меня поломал, да? Вот у меня сейчас толпы на коленочек в подушке. Вот. Могу вам вот тут столбы, да? Если вот у меня столбы, друзья, либо туда, либо туда. Старики как они показывают? Ну как? Он идет на меня, лево, хоп, все, вот так. У них мышцы как идет. Стариков сидит. Ну а что там делать? Раз, все. Вот он показал, все. Я все, я показал. А как? Ну как? Вот, все. А мы знаем. Да, вот. Посидите за жест, когда пойдем в старики, когда есть. Там все есть. Когда рассказывают, раз, все показывают.
Первая, вторая. Идет движение. Все коротко. Поддерживаем эту крышу. Те переводы, которые мы делаем, потому что когда идет движение, делаем чуть-чуть стукнешь, как теннисный шарик, и синка попала уже не туда. Thank you.
Зато когда нога меняет, уже у нас стали какие-то движения. Либо маленькие, то есть там, либо большие. То есть по движению что-то. Когда пресс управляется, когда дистанция немного далековато, или такая вот происходит, допустим, это передний пресс. То есть что он делает, то он придет. Поэтому движение тоже понятно. А что, вот это, да? Тоже сам крестовый носитель, то есть надо заступить, нога туда вырывается, и опять что-то там не будет. Так, значит, это есть. И получается, когда мы сделаем, садим туда. Вот это вперед. Идет у нас раз, пускай он. Еще что-то, как проходит, 15, а? Один на другого идет, потом обратно.
Он идет, если вам движение не просто такие простые, а немножко сбивающие, то есть идет вот это, туда, срывающий вниз, землю. Да, да, да. А сразу тогда смотреть, когда идет человек на вас идет, то здесь как бы идет работа. Идет пот. Вот он уперся. И теперь куда мы повернем, если мы туда пойдем, значит мы туда поднимем. Он идет, туда нас поднять. И по управлению уже человек двигается, ударом можно уже управлять. Он уйдет. Это самое. Нет, когда мимо нога проходит. Сейчас. Ага. Самое, что можно. Раз, назад, вытягивай. Теперь на две ноги встать. И вот движение как-то. Вот ты идешь по мне, да?
Пружинку. Ну, вот тоже стоит. Нажал я на руку. Куда я подберу, куда он пойдет. Крепко стоит. Вот рука пришла. Опора ходит туда, пружинка не пройдет. То же самое, что он может, да? То же самое, что он как будто украли. То же самое. Поймали ладошку. Куда он берет, куда пойдет. Дальше. То есть еще же удары, стекание удары. Без рук, без всего, чисто тело стекание. И паузу возьмем. Thank you.
Там просую, там в локте получается. С другой стороны, ага. А еще раз повтори вот это движение. Это, да? Еще что-то. Все?
Все? Thank you.
Да, 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 да. Я так же на эту позицию, да, чтобы брать. Все.
Следующий момент. Да, сейчас не ухожу, а принимаю. Идет удар на тело. Да. Дальше. Идет, и кто-то вот так будет больно, если я стану зависеть. И в тот момент, когда предмет приближается, я чуть-чуть, ну, плоскость буду большую. Вот, 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 пошел. Все. В чем дело?
следующий момент. Это мы делаем. После этого вспоминаем. То есть я делаю то же самое, да? Вот я делаю то же самое. Ты воздух забиваешь, начинаешь забирать. И в тот момент, когда он забирает, твоя задача им управлять. Как это происходит? Сейчас делаем неправильно. Вот смотри, ты, допустим, начинаешь. Вот, пошел. Опа.
Макаров, руководитель этого центра. Начали, ребят. Дети со сцены. То, что ребята сейчас нападают на Сергея не очень быстро, это связано с большой травматичностью тех движений, которые Сергей выполняет. Для того, чтобы друг друга беречь, мы обязаны сейчас работать помягче. Я думаю, что специалисты обратят внимание на то, что Сергей пользуется не только своей физической силой, но и взглядом, и обманом движения руки, ноги, тела. Ну кто, не Корней, ты что ли? Да. Я снимаю. Уйди. Аккуратнее, ребята, пожалуйста, аккуратнее. Осторожно, ребят.